В Москве масштабно отметили праздник братских республик. Празднование прихода весны в Калмыкии и Нового года в Бурятии и Туве традиционно проходит по восточному лунному календарю. Названия у праздника разные. У бурятов Сагалган, у калмыков Цагансар, у тувинцев Шага. На главной сцене выставки «Россия» посетителей ждала яркая концертная программа от музыкальных коллективов Калмыкии, Бурятии и Тувы. Здесь выступили лучшие творческие объединения регионов. Мы попробовали мастер-класс, попробовали платья, почувствовать девушками из Калмыкии. Понравилось, интересный танец, было приятно очень. Палочку поставим для путешествия. Это были очень интересные, да, необычные для нас. У нас так не танцуют, у нас по-другому немножко. Очень сложно, я даже не представляю, кто ее придумал. Это, конечно, сверхчеловек, наверное, был. Но благодаря вот вашим помощникам, конечно, не получилось. Но мне кажется, это постигать еще и постигать надо. Но на самом деле очень сложно. И я в восторге, что еще в те года уже развивалось человеческое сознание, познание, что придумали такую игру. Это очень сложно. Просто даже ее придумать это сложно. Вообще все интересно. Самый веселый павильон. Да, пока самый веселый. Узнали, как на старокалмыцком имена, фамилии наши. Даже, может быть, татуировку сделаем.